Девочки, а что вы делаете после матча? Отдыхаем? Понял. Я все-таки очень корона, яка потрібна. Що? Давай, три там нормально. На самом деле у меня есть бизнес-проект, я так сейчас чисто просто на подработке. Ё-моё, сколько людей! Ты кто такой? Всем привет, друзья, с вами Саня. И сегодня я не один, как вы можете заметить, я с Егором. И мы в этих новых чудесных нарядах с новой рубрикой, где мы притворимся уборщиками на матче сборной Украины по баскетболу. Поэтому, ребята, перед просмотром этого видоса убедитесь, что вы подписаны на канал и поставьте лайк авансом. А мы полетели убирать площадку. Это что? Надо убирать. Егор, давай, швабру. Ой, она сломана. Она не сломана. Егор, ты видел, какие девочки? Они шикарные. А мы всего лишь уборщики, наверное, мы им будем неинтересны, да? Давай, три там нормально. Главное, чтобы у нас харизма была. Я уверен, что мы сможем найти ключик. Мне кажется, такие девушки за харизму не дадут тебе номер телефона, если ты понимаешь. Дадут, дадут. Если мы будем тереть здесь, может, нам разрешат на площадке вытирать. Иу. А что ты думаешь, они здесь всех по парах или как? Типа? Или может, да нет, пацанам точно можно подходить. А, ой. Блин. Ты всего лишь уборщик, куда ты пошел? Протирай сверху. Не то, что ты низкий, это не знак, что мне должна быть тяжелее работа, чем тебе, понял? Ходят здесь, ссорят, то надо будем убирать. Я вообще в шоке, у меня у самого грязные кроссовки, мне так стыдно будет заходить на паркет. Может, нам потом на швабры удастся перейти, а то постоянно на этих тряпках я уже не могу. Девочки, а что вы делаете после матча? Отдыхаем? Понял. Не, мы уборщиками так подрабатываем, мы не всегда им работаем. Не поверил, я сам не поверил. Блин, нам сейчас убирать после матча? Ты думаешь, у них грязные кроссовки? Нет, я думал, у них чисто, но вот у девчонок, мне кажется, они вообще с улицы пришли. Девушки, вы что, с улицы пришли или что? Да. Грязные кроссовки. На самом деле у меня есть бизнес-проект, я так сейчас чисто просто на подработке. Я тоже. Вот. Я заведую компанией Рошен. Я тут просто убираю. А когда вы нас уберете? Какой момент? Мне часто задают вопросы касательно того, как я провожу свое свободное время. И иногда, чтобы отвлечься от работы, когда есть такая возможность, я использую компьютерные игры. А помогает мне в этом LOL Steam Market. Это торговая площадка с игровыми аккаунтами. Главной особенностью является бот, который проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нем информацию. Все сделки проходят гарантированно честно. Конечно же, в первую очередь я буду ориентироваться по игре в NBA, но помимо нее на аккаунте могут быть многие другие. На LOL Steam Market проходят бесплатные раздачи игр практически каждый день. А если вам надоел аккаунт с вашими играми, которые вы давно уже прошли, вы можете продать его подороже или поменять на аккаунт с другими играми. Ну что, брозеры, пробуйте покупать, перепродавать, все необходимые ссылки будут в описании, а я пошел расслабляться с NBA 2K. Прибирает майданчик, кто такие, еще не бывает. Что это, мяч? Ще відбувається, я не знаю. Якісь хлопці. Ви прибрати прийшли, чи що ви робите? Що ви такое? Чи це не? Ще, у вас було швабри при цьому. Давай я тебе покажу. Скільки можна? Мені, зрозумійте, допоможіть, будь ласка. Ти хто такий? Может, ты вот так хотел забить? Ты умеешь забивать или не умеешь? А ну, посмотри, так или не так? Давай, давай. Очень крутая, как бы я все-таки очень крутая, как бы это вообще не прищит. Давай я тебе поставлю, покажу, как надо. Давай. Девочки, можно вас? Встань сюда, пожалуйста. Встань, пожалуйста. Ты не веришь? Ну, я тебе покажу. Давай, поставим. Да, что она нас не отпустит сегодня? Ни за яких умов, тільки якщо буде. Сумасшедшая!
сумасшедший! А ты что можешь? Мне подвели такие приборальники. Я хочу. А девочка, можно вас? Ты уверен, я-то выше? Ты видел свой рост? Я справлюсь. Да ладно. Я не уверен, честно. Да по голосу! Супер! Да нет. Что толку забивать? Ты что делаешь? Двух подряд. Я сейчас посмотрю. Положу. Наклонись вперед. Готов? Я не готов. Ё-моё, сколько людей. Брозеры, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это знак, что оно вам понравилось, а значит, убедитесь в том, что лайк поставлен, на канал подписаны и коммент приятный нам с Егором напишите. Вот, также подписывайтесь на канал Егора, у него много всего интересного. Егор. Спасибо, конечно, большое, но там очень мало подписчиков. Надо это исправлять, ребята, поэтому переходите на канал Егора. С вами был Саня и Егор, мы притворялись уборщиками на матче сборной Украины. Увидимся в новых крутых видосах. Если будет много лайков, снимем продолжение, да, Егор? Конечно, обязательно. Поэтому пока. Пойдем убирать что-то дальше. Давайте потанцуем. А что нужно делать? Будем действовать по ситуации, как и раньше. А нам надо вставать? Или так надо? Еще раз. Я сбился с ритма. Я уже почти вошел. Это моя банка все, ты понимаешь? Ты вообще не справился с задачей. У тебя сердце прихватило сердце, нормально. Ты сможешь убирать дальше? Да. Убирать сможешь. Это самое главное.